Всем привет! Начинаем второй влог, в котором я покажу нашу поездку в Сербию. Национальные сборы я уже частично показывала, а это будет международный сбор. Поэтому я думаю, видео получится интересным и необычным, потому что для меня, в том числе для меня, это будет новым опытом такой вот международной тренировочной практики. Едем поучаствовать в тренировочном лагере, который организовывает тренер олимпийской чемпионки Роксанда Атанасов и с участием ее спортсменки Яваны Прекович и других спортсменов, титулованных из разных стран. Начиная видео я еще из дома, вот сидя в машине. Сегодня у нас заключительный день в городе, последние дела, и еще мы с тренером идем на передачу «Тольятти в деталях». Я думаю, к моменту выхода этого видео вы ее уже увидите. Мы там перемещались везде с охраной. Вот, нам организовали... А зачем вам? Вы же каратист. Чтобы нас сдерживать, так сказать. Охраняли венесуэльцев от вас, понятно. Да, собственно, от нас и охраняли. Вот. Да, раз вы так любите свое дело, расскажите, что дальше, Анна? Конечно, вот ближайший план. Уже завтра улетаем в Сербию на международный сбор. Но для меня это будет... Мега большой чемодан. И берем с собой... Небольшие подарочки. И, конечно же, традиционные сувениры из России. Матрешки. Теперь точно. До встречи в Сербии. Все, мы прибыли в Сербию. Сейчас забираем чемоданы и едем в отель. Ну и ближайшие 12 дней перестраиваемся на английскую речь. Правда, последняя практика у меня была еще в ноябре, но думаю, за 12 дней точно стану ЗМСом еще и по английскому языку. Вчера уже поздно заселились, поэтому выхожу на связь утром. Мы уже совсем скоро выдвигаемся на первую тренировку. Она у нас в 9 утра. А пока вот немножко покажу мою комнатку. Недалеко от нашего отеля. Все, окна вот открыты. Смотрите, какие чудеса здесь, как двери открываются. Оп! Рано помахали. Но вообще, городок небольшой, и все, в принципе, в пешей доступности. Сейчас еще хотим дойти до зала, но не для того, чтобы сделать третью тренировку, а чтобы посмотреть на тренировку детей. Кстати, из-за того, что город небольшой, все жители практически друг друга знают, здороваются, спрашивают, как дела. Достаточно прикольно выглядит, бывает. Ну, хотя, наверное, где-то в деревне и у нас так есть, такое есть.
машины, все такие старые, с добрыми глазками. Практически вообще нет каких-то современных иномарок, все достаточно. Еще в комнате потайной выход на балкончик с видом такой внутри двора. Сейчас немножко покажу апартаменты, в которых живем. Вот здесь моя комната, я вам ее уже показывала. Там ванная, туалет. Здесь проходит распродажа кроссовок. Ну и вот основная гостиная, еще небольшая комнатка и зона кухни. Здесь вот завтракаем по вот этому меню. 6 завтраков на выбор, все с завтраки с яичницей и выход на балкончик. Такой вот балкончик. Там за столиками по вечерам часто сидят сербы, пьют кофе и общаются. Как у меня кофе тут красиво наливается. Приехали в зал, где будет проходить функциональная тренировка. Вот тут challenge yourself every day. И вот это... та самая олимпийская медаль. Разное оборудование. Пробку будет проводить муж Роксанты. Он, кстати, тренер по дзюдо. Есть всякие гаджеты для измерений, диагностики. Вот какой-то прибор для измерения спортсменов. Okay, and я очень правильно все перевела. 3, 2, 1 Now push 5 seconds. Push, 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 push. Oh, you are strong. You are strong. Okay, now rest. Subscribers. Очень позитивные девчонки. Один из секретов сербской подготовки после тренировки — покушать мороженое. Мне вот предложили с ромом взять сразу. Александр, давай. Смотрите, вход в зал. А рядом с залом клуб любителей лото. Играют лото. Вышли с тренировки, там у нас такая вот погодка. Нас сегодня довозит Вероника из Македонии. Говорит, что Македония рядом. Выглядит.
Сегодня тренировку провел мой тренер. По-моему, видно по моему лицу красному. И, по-моему, все почувствовали его тренировку. Сейчас как раз спросим у Ивет. Она даст обратную связь по тренировке. Ивет — это чемпионка олимпийская. Вот в моей категории как раз минус 55. Okay, Ивет, can you say some feedback about training with my coach? I'm very happy to make training with your coach, Alexander, and thank you for training. I like this training because the most important thing in karate is moment and to find good moment and distancia. Okay. Yes. Okay, good. And okay. And you have to think little and we practice this in this training. Okay. Thank you. And wish good luck to Russian athletes in your language, Bulgarian. Okay. Пожелаю вам успех на всички русские участники. Бъдете силни. Cool. Thank you. Ну что, сегодня мы уже четвертый день здесь. Тренируемся практически полным составом. К нам присоединилась еще Мия из Швейцарии и Джуне, филиппинка. Но вчера, как вы поняли, тренировку провел мой тренер. Ну а я выступила в качестве переводчика. И получилась такая хорошая тренировка, зарядка для ума, потому что приходилось быстро, ну так сказать, соображать и формулировать, как это лучше сказать на английском языке. На самом деле все круто, хорошая конкуренция, хорошая атмосфера и очень полезная практика для меня. У нас тут вот небольшой переезд в апарты с красными стенами. Но в моей комнате вроде ничего не поменялось, потому что в тех практически не текла горячая вода. Это был целый квест, чтобы помыться. Смотрите, у меня небольшие подарочки. Это печеньки из Японии подарили Кай и Маюми. И вот такой батончик. Ну, как протеиновый. Ивет Гранова написано. Все эти батончики она сама выпускает. Так что первая реклама в блоге. Берем вот такие батончики. Ну и жду следующих предложений по рекламе. Сегодня выходной, и мы отправляемся в Белград. Мы уехали из нашего небольшого городка в столицу, в Белград. Вот здесь уже все немножко по-другому выглядит. Идем по улице Князя Михаила, а вообще сегодня планируем посмотреть Белградскую крепость и там рядом большой культурный парк. Беседку принесли какую-то. Да? Я все с подписчиками общаюсь. Мы уже пришли в тот самый парк, большой парк. Здесь же Белградская крепость, вон люди лежат, отдыхают, загорают. Нам повезло с погодой. До этого периодически шел дождик, а сегодня прям теплая, хорошая погода. Для прогулки самый раз. Вот здесь вот две реки, Дунай и Сава. Ну, возможно, Сава. Свадьбу вам тоже покажу, сербскую. Я в Белграде. Я была последний раз 9 лет назад. Еще выступала в категории 12-13. И у меня есть футболка с соревнований Белград Трофи 2014. Только вспомнила, что 9 лет назад мы фоткались рядом с динозаврами. И вот они! Говорит, место красивое. Сейчас буду фотать его. Вообще правда красивое. Вам небольшая экскурсия по Белграду. Центральная площадь, Республиканская площадь. Наше мини-путешествие подходит к концу. Сейчас уже будем возвращаться. И получился такой активный выходной. Все, в принципе, как я люблю. Ну а завтра мы уже приступаем ко второму тренировочному циклу. Учим сербский язык. Датум – дата. Время – время. Перон – понятно. Кола –
не знаю, наверное, напитки будут раздавать. И сидишь ты это место. Заходим в номер. А нам тут кто-то оставил вот такой сюрприз. Спасибо! Ну и на этом хочу завершить первое видео из Сербии. И давайте наберем много-много лайков. И в скором времени я выложу второе видео, в котором как раз покажу вторую часть сбора. Поэтому до встречи на канале!